Привет. Всем привет. Ольга спрашивает: добрый вечер. Расскажите подробнее о встрече в октябре в Сочи. Сентябрь-октябрь. Встреча в Сочи. Будет ретрит в ноябре. Встречу я пока, ребят, не знаю, будет ли она или нет. Возможно, будет встреча как встреча. Но я пока сказать не могу. Спасибо огромное за сердечки, очень приятно. То, что будет ретрит, скорее всего, будет и в Москве, и в Сочи. Потому что, ну, сейчас запустили... Много запросов, ребят, запросы есть, но когда касается дела, то, как правило, желающих остается очень мало по каким-то причинам, не знаю. Я под всех даты тоже не могу подстроить, но это нереально. Вот, поэтому, да, будут ретриты, будет ретрит в Москве, будет в октябре будет в Москве, а в ноябре будет в Сочи. Там разница будет в 2 недели, просто приедут те, кому будет удобно. Стоимость будет абсолютно одинаковая. Вот, поэтому кому как удобно, туда и приезжайте. Уже регистрироваться можно сейчас, потому что мне нужно понимать, сколько будет человек. Потому что у нас очень часто бывает такое, что люди... Прямо у нас было такое, что люди 10 человек зарегистрировались в последний день. Ну, а мест не было, потому что я же не у себя дома провожу, а в отеле, в ретрит-центрах, в каких-то, поэтому там нет такой возможности, чтобы вы в последний момент. Именно поэтому я всегда говорю, что оплачивать не нужно 100%, нужно вносить только предоплату, это та, которую я... пересылаю сразу же в ретрит-центр, чтобы понимать, сколько будет человек. И, ребят, ретрит-центры, как правило, они не возвращают эти деньги. Поэтому я беру минимум, самый-самый, прям совсем минимум, чтобы это просто ваше желание. Потому что потом я не могу их перевести. Это уже в... Это уже как не мои деньги. Но я возвращаю. Я возвращаю всегда из своих, чтобы вы понимали. То есть я никогда не говорю такого: ой, отель не вернет. Но вы должны понимать, что всегда, когда я возвращаю, это я возвращаю всегда из своих денег, потому что ретрит-центры не возвращают предоплату. Вот. Вот так вот. А поэтому будет сначала в Москве. В Москве, Подмосковье, что-нибудь такое вот. И потом уже будет в Сочи. Это по встречам. Светлана, божечки, как Светлана хорошо. Спасибо, ребят, огромное. Очень-очень приятно. Вот, это... Смотрите, я бы сегодня, наверное... Жду ваших вопросов, конечно же. Вот. И хотела бы сегодня раскрыть такую тему. Мне написала женщина и говорит: вот, Светлана, сколько у вас стоит индивидуальное сопровождение в неедении?
И когда я начала говорить, что как бы дело не в неедении, дело в осознании, когда у вас придет осознание, у вас будут другие процессы с самим собой, вам не захочется уже жить той жизнью, в которой в том числе и еда. На что мне поступил ответ, она говорит, ну зато я, это вот вы так говорите, потому что вы ничего не знаете, а я сейчас прохожу индивидуальное сопровождение у одного там человека, не буду называть фамилию, я думаю, что, скорее всего, он такой не один. И вот и мы с ним идем в неедении. И когда я задала вопрос, я говорю, а сколько, говорю, он в неедении? Она говорит, ну вот, у него были сроки такие, как там по 40 дней, по 50 дней. Ну вот, может быть, такие люди вводят в неедение. Потому что, ребят, я вам всегда говорю, дело не в неедении. Как бы вы ни хотели бросить еду, как бы вы ни хотели бросить жидкость, если у вас не придет осознание того, куда вы идете, зачем вам это, почему вы идете туда, почему вы готовы, то, что вы собирали столько времени в этом мире, почему вы готовы это сейчас все оставить там, почему вы готовы идти в нового себя. Когда вы на все эти вопросы ответите, когда вы вскроете всех своих тараканов, когда вы посмотрите на ваш мир по-другому, тогда у вас и будет все по-другому. А все вот это вот про неедение, как, что, чего, это все очистка организма, это подготовка головы, это подготовка тела, это подготовка осознания. Осознание вас нового, это все про это. Но это не неедение, это именно чистка, чистка всего. По-другому я не могу назвать. Вы не зайдете через какие-то вот эти вот качели, тут я ем, тут не ем, все продукты почти убрал, и я думаю, что мне так хорошо, но вот у меня вес падает, у меня слабость. А вы задумывались, почему у вас вес падает? Вес падает не от еды или не еды. Почему у вас слабость? Почему ваше тело вам говорит, стопы, ты не туда идешь? И об этом, обо всем мы будем разговаривать на марафоне, в том числе я специально разделила эти марафоны, уже несколько раз говорила. То есть я разделила марафон Пранафит, где мы с вами будем, где у вас придет осознание, откуда берется энергия, почему берется энергия, почему идет либо сброс массы тела, либо набор массы тела, либо ее фиксация, почему это идет, откуда энергия, почему вы в таком режиме можете заниматься физикой, как это происходит, об этом мы всем будем говорить, по депривации сна мы будем говорить. Почему мы спим? Не надо насильно убирать сон. Это то же самое, что голодовка. Голодовка либо питание, голодовка сна. Какая разница, на какие ограничения вы выходите? Вы из одних ограничений выходите в другие ограничения. Но когда у вас будет осознание, что с вами происходит в период, когда вы спите, что с вами происходит в период, когда вы бодрствуете, что с вами происходит, когда вы перестаете разделять сон и явь? И когда у вас придет это осознание, вы будете понимать, а как работает ваш мир в этих состояниях. И у вас тогда тело с вами, потому что вы не тело, но тело ваше. У вас идет коннект, и тогда вы с огромным удовольствием, у вас сокращается время сна, потому что вы понимаете, куда вы идете, вы понимаете, что это такое. И это уже про другое. Если вы хотите подготовить себя и выходить на более длительные сухие дни, чтобы прикоснуться к этим осознаниям себя в новом качестве, тогда есть марафон рождения аватара. Там я четко говорю, что мы сегодня едим, что мы сегодня пьем, какую траву, во сколько,
когда, какую физику мы сегодня добавляем, для чего это, что будет происходить с вашим телом, какие очистительные процессы начнутся в вашем теле, как вы сможете поменять качество мыслей, чтобы не цепляться за какую-то мысль. Об этом мы всем будем говорить в рождении аватара. Если у вас есть какие-то моменты, которые вы понимаете, что вот вы клёвый специалист, вам нравится ваша работа, вы действительно занимаетесь любимым делом, но у вас постоянно нет ни на что финансов. Ой, не рождение аватара, а касание вечности. Касание вечности, ребят, называется правильно. Вот. Немножко нет, ремарочка такая. Вот. Но если вы, например, не знаете, почему вы не можете себе позволить то, что вы думаете, что вы хотите, на марафоне, денежный марафон, не помню, как название, если сейчас напишут мне, я вам скажу. Там мы будем разговаривать, почему деньги уходят сквозь пальцы, почему вы не можете себе позволить тот кайф, которым вы хотите кайфовать. Хотите ли вы кайфовать? Кто хочет кайфовать? Кто хочет кайфовать, вы на этого человека готовы вложить в него сколько там? Тысячи, сотни тысяч, миллионы. Деньги — это просто, да, марафон называется. Готовы вы туда вложить, в этого человека? Вы его знаете, вы его вытащили? Вы с ним познакомились? Кто хочет это? Действительно ли он это хочет? Или вы себе придумали через социальную программу? А вот если вы действительно этого хотите, какая разница? Все деньги мира, они ваши. Это все придумано для вас. Что вы готовы брать для своего комфорта, чтобы в комфорте дальше идти самому в жизнь? Если вы это готовы, вообще абсолютно не важно, это будет велосипед или яхта. Абсолютно не важно, это будет комната или огромный дом. Какая разница, это все ваше. Все здесь создано для вас. И не нужно вот этих вот дурацких там, а теперь мы сейчас помедитируем, вы сходите в салон, посмотрите себя в этой машине, почувствуете, представите, насколько вам комфортно. Говно все это, ребят, полное. Ну что, вы никогда не сидели в хороших машинах? Вы никогда не катались на яхтах? Вы никогда там не были в каком-то прекрасном доме или прекрасном месте? Но вы потом снова хотите, но у вас не получается. Почему так складывается? Задумывались? Обо всем об этом тоже мы поговорим. Ну и про ретрит меня спрашивают, какая подготовка к ретриту нужна. Ребят, подготовка к ретриту нужна. У меня было несколько человек уже, да, которым я действительно отказала в ретрите. Отказала в марафоне. Я в марафоне тоже, бывает, отказываю. Людям в консультациях отказывают. Да, такое тоже бывает. Почему я отказала в ретрите? Потому что человек едет в ретрит, думая, что я за него сделаю вот это. Нет, вы еще не там. Если вы готовы идти в другую жизнь, просто, ну, кардинально другую, ребят, но не будет у вас после ретрита предыдущей жизни. Как бы вы ни сопротивлялись, как бы вы ни верили, что такого не будет, но нет этого. Вы не будете таким. Вот каким вы поехали на ретрит, насладитесь собой сейчас. Потому что после ретрита этого человека уже не будет. Все. Так, вопросы. Добрый вечер, кошка Люська. А что значит это про другое? Макс, космос. Космокс. На какой фразе? Я сейчас не выловлю, про что ты. Светлана, подскажите, с вашего видения, цепляются ли сущности и шепчут человека, или это все же сам себе придумываешь? Так складывается ответственность себя, и так работает нервная наша система. Но я вам могу сказать, что мы же в этом мире не одни. Ну, ребят, мы здесь не одни, и у нас, я не знаю, давайте просто назовем, с разных
с разных ракурсов нас все равно поддавливают. Поддавливают, подшаптывают, подшептывают, как правильно сказать, там еще что-то. Но когда вы находите себя, то для вас это уже не актуально. Вы знаете, кто я. То есть, если я знаю, что я здесь сижу, там, я не знаю, там, с выгоревшими волосами, в клетчатой рубашке, и мне придет кто-то и скажет: «О, какие у тебя длинные, прямые, зеленые волосы», я не буду с ним спорить, потому что я буду понимать, что это просто его мир, он, его мир, его видение, его восприятие меня, и он имеет на это право. Но это в мой мир эта информация не зайдет, потому что я знаю, какие у меня волосы. Короткие, кудрявые, выгоревшие. Все. Понимаете, как это работает? И когда вы себя находите, после ретрита вы себя находите. Это 100%. То, что вы можете не признавать по каким-то причинам, может вас откинуть, но я вас уверяю, что если вас откинет, вы поедете потом через какое-то время опять, потому что вас откинет, вас может там с вами происходить определенные вещи, но через какое-то время вы все равно вот это вот осознание, оно просто выщелкнет. И вы все равно приедете дальше добирать то, что вы отказались в предыдущий раз. Так это работает. Добрый вечер. Про не кушать. Это про другое. Про не кушать — это про другое. Но что такое еда? Я же уже говорила, ребят, еда — это эмоция. Эмоция – это всегда поверхностная. Что такое эмоция? Это же разовое, это резкое, это «о», «у», там, или там слезы, неважно, гнев, страх, там еще что-то. Можете хоть что под это, под этот критерий загнать, абсолютно хоть что. И когда вы говорите про эмоцию, это всегда, это пыль. Когда вы чихаете, знаете, так чих, и пыль так чих. И вот эмоция – это пыль. Пыль самого себя. И когда вы пробуждаетесь, вы счихиваете эту пыль. И вам неинтересны эмоции. Вы начинаете познавать чувствование через ощущения. А они глубокие. Они прям максимально развернуты. И когда вы понимаете, что чувствование самого себя, они не бзик и все, а они все глубже и глубже, и ты все вроде ты уже такой, а понимаешь, что нет, и еще, и еще, и еще, и ты понимаешь, насколько это все глубоко и широко, и тебе потом говорят: пойдем на эмоции. Ты говоришь: эмоция? Ну как бы я могу, но неинтересно. И вот еда — это всегда про эмоцию. Ты не вызовешь чувствования едой, ты едой можешь вызвать только эмоцию. И тебе на каком-то этапе просто эмоция будет неинтересна. Ты будешь уже поддерживать для каких-либо целей на каких-то этапах. Не все же идут в неедение. Но когда есть четкое понимание. Но ты уже можешь, например, там съесть яблочко в 3 дня. Для определенных процессов в своем организме, для определенной физики, только физики. Потому что через какое-то время ты научишься осознавать и ловить себя, подлавливать в определенных вещах, чтобы тебя не выбрасывала психика. Вот. Просто эмоции становятся неинтересными. Зачем они, если есть глубже? Все, я вижу, что раскрыла. Спасибо. Благодарю. Так хочется от своей избавиться уже. Говорит, что это я и есть. А кто говорит? Залезай глубже. Кто говорит? Иди за голосом. Я вот прям даже сейчас. Вот если кто-то говорит, иди туда, пиши, кто говорит. И так залезай все глубже и глубже. А сейчас тебе будет, кто говорит? Я говорю, ты будешь, я это кто? И все, иди вот туда, просто погружайся.
Я просто знаю, до чего ты дойдешь. Если ты не сорвешься, не выведет тебя что-нибудь, там какой-нибудь крик, там мама, там я покакал, иди там попу вытери, там, не знаю, просто кто ты, сколько лет там, или муж там что-нибудь не скажет, или жена что-нибудь не скажет, или там мама, папа, близкие что-нибудь не выдернут из этого состояния, то туда вот уходи, 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 и я знаю, до куда ты дойдешь. И когда ты до этого дойдешь, ты уже поймешь, опа. А ларчик-то просто открывался. Все, ребята, вообще очень просто. Все очень просто. Ум ваш вводит вас по лабиринту. И вы понимаете, что он вводит по лабиринту. Но так как вы не понимаете, а если я от него откажусь, то как? У нас же все говорят, у тебя что, ума нет? Ты что, безумный? Ты почему вот это нужно думать? Нужно это? У нас это, блин, как клеймо, что это нужно. Но поверьте, ребят, когда вы перестаете думать, когда вы идете на чувство, у вас и выбрасывает. А орёт внутри сразу все и злость. О, отлично. А злость это что? Злость это всегда ты на кого можешь злиться? Вот смотри, орёт внутри сразу все. И злость. Кто злиться-то может? И на кого ты можешь злиться? И трясти начинают. Ну, правильно. А как по-другому-то как? Куда тебя? Через эту турбулентность ты куда выйдешь-то? В неизвестность? Оно тебе надо. Здесь-то ты уже все знаешь, все пощупала. Кто придумал поминки и как доходит поминки? И как доходит поминки через еду? Кто придумал поминки? Да все через еду у нас. У нас и свадьбы, и поминки, и дни рождения, и вообще абсолютно все через еду. Это же от вас зависит, как вы будете. То есть у нас уже несколько лет с детьми, у нас не через еду праздники идут. У нас другие кайфушки. Где-то на сапах покататься. Вот у младшего будет день рождения, мы поедем с палатками там в одно место, в какое-то очень красивое, там покажут мне, в горы. Потом у подруги день рождения, мы в горы едем. То есть это вообще не связано с едой. Но кто-то хочет, но он перекусит. То есть застольями у нас вообще не связано. Ребят, если бы вы видели мой дом, в котором я сейчас... Слушайте, я не привык только этим брекетом, наверное. У меня узкая кухня с закрытой этой, как она называется, плитой, не готовильная, то есть она рабочая, все, но она у нас закрыта, на ней стоят цветочки. Кухня очень узкая, то есть там вот стаканчики, что-то попить, фрукты порезать, там еще что-то. И больше у меня у детей компьютерные столы, у меня при диванный компьютерный стол и этот, как он называется, это маленький, который столы, журнальный столик. У нас нет обеденного стола дома. У нас вот это неинтересно. В нашей жизни это неинтересно. Зато у нас под спорт инвентарь отдельная комната. У нас там под бубны, под инструменты, под лодки, под сабы, под какие-то инвентарь какой-то. Под вот это вот все у нас много пространства. Потому что это интересно, это жизнь. Вот там жизнь, а что даст еда? Ну поешь ты, ну что, ну неинтересно. Пожалуйста, кому интересно, я ж не против. Каждый на своем пути. Так, чтобы осознаться, необходима готовность к более высоким вибрациям.
Как очистить свой ум от привычки страдать, чтобы идти дальше в неедении? Ребят, вот, да нет готовности, я любого могу вывести. Вот я вам могу сказать, что вообще перепрошить, как бы это ни было, ни звучало громко, я могу перепрошить абсолютно любого человека. Абсолютно. Просто с каким-то человеком мне нужно вот столько-то времени, а с каким-то нужно определенные условия, и все. Определенные условия — это не касаемо там огромных финансов, в общепринятом понимаю, это не миллионы, нет. Это просто есть... Просто я смотрю, что за человек, и говорю, вот тогда нам вот это вот нужно, если я вижу, что ему это действительно нужно. Абсолютно все перепрошиваемы. Это не про гипноз, ни в коем случае, ребят. Это про осознание. Это про то, что я иду через честность. Вас веду всегда через честность. Вы от меня не сможете сюлить, вы от меня не сможете уйти и что-то там соврать. Не получится, и вы будете в моем поле. Я вас выверну. По-другому не будет. А на какую высоту в горы? Я вообще только на 4300 поднималась на Эльбрус. А в горы мы будем шастать, на Алтай мы поедем. Там будет ретрит, и после ретрита там у нас останется несколько человек. Вот, и мы там по горам походим. Нас какие-то красивые места обещали сводить. И свозить я пока не знаю, но мне очень интересно. Я люблю такое все. Тем более вкусная еда ведет тело к болезням. Да, любая еда ведет тело к болезням. Любая, ребят, абсолютно любая. Не врите себе, что там фрукт или там что-то еще, оно исцелит ваше тело. Исцелит после варенки, конечно, исцелит. А дальше что? Это все не про это. Так. Мечта всех женщин – закрытая чистая кухня. Блин, делайте свою мечту сами. Если это мечта, делайте. Это же не зависит от того, ест кто-то или нет, ребят. Мне это не интересно, поэтому у меня дети, если они питаются у меня, они мне питаются либо где-то, кафе, там еще что-то. Бывает, что доставка, фрукты, ну, то есть такого нет, чтобы я стояла что-то и кашеварила. Я делаю только еду в собаке. Она мне ест не каждый день. Один раз в два дня. Где-то вот так вот она у меня ест. Она у меня уже старенькая. Вы знаете, чем больше возраст, тем меньше нужно питание. То есть дети... Когда становится, ну, мы говорим про едящих людей, да, детям сначала, ну, им не обязательно увеличивать детям еду. Вы знали об этом? Вот у кого долго на груди ребенок был? Вы видели, что когда дети играют, даже не на груди, просто дети, когда играют, вы их все время выдергиваете из их мира, всегда поесть. Но это же редко какой ребенок бежит, говорит, что я хочу есть. Если он хочет есть, то это бывает... Но не чаще, чем один раз в день, чаще всего бывает. Мы даже вот недавно с подругой пришли к знакомой, и у нее там мальчишка 4, что ли, года, ну что такое, 3-4 года. И ему сначала она дает сладости, там какие-то печеньки вытаскивает, но он такой, там все стоит, радует, там шоколадки. А потом целый пакет этих... Господи, как они... Динозавры и всякие вот они там, динозавры, транквозавры, там еще что-то, целый пакет. Он эти сладости все кинул, взялся за эти игрушки, за эти динозавры, все. Он, ребенка ведь не обмануть, он понимает, где есть жизнь, где есть интерес. И мы потом ради интереса такие пихаем вот эти вот киндеры. Будешь? Ну, не я. Я себе такого уже не позволю. Будешь? А он так смотрит, он говорит, не надо, и начинает вот с этим все, ему не надо. И чем взрослее становится человек,
тем меньше ему нужно еды. Тем более в нашем образе жизни, вот у многих, вы же так мало двигаетесь. Просто мало. У меня приехал друг на несколько дней, приезжал на день рождения на мой, вот. И он в результате, он говорит, не, вообще, чё, образ жизни вообще просто, просто какой-то кошмар. Говорит, нет, это вообще не для меня. И у меня и подруга точно так же говорит. То есть у меня образ жизни такой, что я там утром, когда рассвело там, пошла побегала. После того, как побегала, дети проснулись, я быстренько прибрала дом. Ну, влажная уборка, так назовем, да? Быстренько прибрала дом, потом побежали на море там покататься на сапах. После того, как мы покатались на сапах, я пошла там либо на танцы, либо на гамаки, либо в спортзал. Я хожу туда пешком. Я не езжу пешком, там 40 минут примерно идти. Вот, я иду туда, получается, там уже до вечера. Вечером еще бывает, там погуляем там с кем-нибудь, иду домой. Домой я уже прихожу в 9-10 часов. В 9-10 часов пришла там с детьми, они уже тоже там собрались после своих мероприятий, поболтали, там они спать легли, я там поработала. Поработала утром опять вот этого. И я не представляю, как можно, а как по-другому-то? То есть, ну, блин, так порвет. И это же наше тело, оно к этому вообще предназначено. Это не потому, что я уникальная, а потому что это действительно тело, оно так должно двигаться. По-другому-то как? Оно же все, оно же засохнет, блин. Так, Света, как вы относитесь к молитвам? Да никак, если они вас на каком-то этапе мотивируют, если они вам дают какие-то силы, если они вам дают какую-то дисциплину, если они вам где-то еще бередят, то почему нет? Я одно время, да, у меня были и молитвы, у меня были, что только у меня не было, я много что прошла. Но на сегодняшнем этапе я по-другому вижу мир, ребят. Я его прежним уже не смогу увидеть, а он уже для меня открытый. И все вот эти вот моменты, когда ты хочешь, давайте не перекладывание эмоций, ответственности, а разделение ответственности. Если ты готов с кем-то разделить ответственность, то это уже не про меня. Потому что я есть мир. Я есть само предназначение. Я есть сам талант. И в моем мире нет того, что что-то невозможно. Понимаете? Если я что-то не делаю, значит, я либо себе вру, и я себя моментально распаковываю. Либо по каким-то причинам я этого не делаю, но я себе по-честному говорю, по каким причинам я на сегодняшний день этого не делаю. Это про другое, вообще про другое. Поэтому кому-то читать молитву, кому я есть, я все. Для меня все, что делается для меня, это делаю только я. Делаю, либо не делаю. Говорю себе по-честному, либо не говорю себе по-честному. И вас я привожу в такие же состояния. Вы не сможете себе врать, вы не сможете уже все. Куда, кому, чего, только я. Весь ты. Все, что делаешь ты, это все только ты делаешь. И ты это все можешь делать. Не бывает такого, что я не могу. Не бывает, ребят. Не могу я вам некоторых вещей сказать, потому что у всех разный уровень восприятия. И поэтому в прямых эфирах не все могу сказать. Не потому что сказать, что я тут такая. Хотя да, такая. А потому как некоторых людей, которые идут этим путем, и если я начну вот говорить это в прямом эфире, если кто-то не готов, то их это оттолкнет. Они все равно придут, но будет путь длиннее. Зачем? Когда будешь готов, пойдешь на марафон. Будешь еще глубже готов, пойдешь на ретрит.
Все. Поэтому некоторых вещей не говорю, ну, ребят, все, нет, нет невозможного, абсолютно. Ни в чем, вот вообще. Можно ли зайти в эксперимент с неедением, находясь на грудном вскармливании? Можно, только ты должна понимать, для чего тебе это. В эксперимент. Ты над кем хочешь поставить эксперимент? Над собой? Над своим ребенком? Эксперимент-то чтобы что? Хочешь над собой ставить? Ну, закончи грудное вскармливание и ставь над собой. Если ты будешь понимать, что тебе кайфово, и у тебя столько же молока, если ты уже в ответе за продолжение себя, то делай. А если ты видишь, что у тебя молоко заканчивается, и у тебя ребенок плачет, потому что ты его уже начала кормить молоком, ты еще не ед, ты должна быть сама таким. Какие эксперименты ты ставишь? Ты же над ним в первую очередь ставишь эксперименты. Тебе решать. Светлана. Жизнь не есть. А дисциплина – это же привязка? Нет, ребят, смотрите. Мы привыкли, что дисциплина – это рамки и ограничения, да, какие-то. А я про другую дисциплину. Я про то, что как ты своему телу можешь позволить, вот хоть что позволить. Не через ум, а через тело. Заход через тело. Когда ты не контролируешь все на свете, потому что контроля не существует, а когда ты в собранности, ты собран каждое мгновение своей жизни, это про другое. И дисциплина – это про то, что, например, вот я вчера такая думаю, ой, что-то я прям лежу, у меня какие-то ноги ватные, вот это вот, я не пойду бегать, вообще не хочется. А потом себя отлавливаю. А не хочется-то кому? Телу? Телу, через которое я здесь нахожусь. Я через него здесь нахожусь. Ему не хочется? Нет. Оно создано в движении. Тело создано в движении. Тело создавалось и формировалось в движении. Тело есть само движение. Кого я обманываю? Собралась и пошла бегать. И когда ты бегаешь, ты уже не думаешь о том, что тело не может, что у него дальше, что я оделась и упала тут на ватных ногах. Какие ватные ноги? Она мне пробежала спокойно по горам пятерочку. Только так. И у кого были ватные ноги? У ума? А зачем он подключился? Почему я его включила? От чего я спряталась за умом? Почему мне это было удобно? Открываешь все эти вопросы? И все? Тогда нет ограничений никаких, никогда. Дождь, снег, слякоть, жара, какая разница? А почему тело не хочет? Да нет такого, что тело не хочет. Я про что и сейчас и говорю. Тело не бывает, что оно не хочет. Когда ты позволяешь уму контролировать свой мир, свое состояние, ты ум так что контролирует? Тебя не контролирует. Тело не контролирует. Задумайтесь, какой промежуточный этап имеет ваш ум? Почему вы за него, как за одеяло, спрятались? Вы спрятались. Говоря, что это не я, это тело. А по факту, тут очень много вопросов.
То есть устало не тело? Нет, тело не устает. Оделась. Тело не устает. Как? Ну, блин, ребят. Нет, оно, конечно же, может на каких-то этапах устать. Понятно, что оно может, но вы даже не представляете, как быстро оно восстанавливается. 20 минут полежали, ну, блин, ладно, 2 часа. 2 часа полежали. Ну, полежали-то после чего? Ну, там после какого-нибудь, когда вы целый день что-то делаете. А так, от чего полежали? От того, что, блин, прошли... Мне говорят, я сегодня прошла 10 тысяч шагов. А у тебя тело вообще, в принципе, настроено на постоянную ходьбу. Ты единственный вертикальный позвоночник, который вообще не предназначен для лежачего положения. Ты даже женщина, физиологично ей рожать в вертикальном положении на корточках. К чему? Вот вы вообще эти вещи раскручиваете. Взрыв мозга. Угу. Так, ребят, у меня батарея садится. Мы с вами через денёк увидимся. А, нет, сегодня что? Сегодня четверг, во вторник. Во вторник увидимся. А давайте тогда вы мне накидаете вопросы под эфиром. И мы с вами проведем эфир, где у меня канал в Телеграме «Просветление». И мы там проведем про просветление и вот вытащим вот эти вот вопросы. Кто с нами разговаривает? Почему? Где этот ум, который разделяет меня и тело? Почему я за него, как за кирпичик, прячусь? Вытащим это все. Как происходит в биохимии на неедении, насыщении организма микроэлементами? Ребят, никогда не видела микроэлементов, вот правда. Не было у меня никогда такого, что там, не знаю, там кровь берешь, а там микроэлементы побежали. Яблоко разрезаешь, а там витамины просто там с плакатами стоят. Это не ко мне. Макс, спасибо. Все, ребят, увидимся с вами. Завтра нет. Завтра я вам покажу, потом ролик сниму прям куда. Завтра у меня такой денек будет по бездорожью. Завтра что? Пятница. В субботу или воскресенье в телеграм-канале «Просветление» мы с вами проведем эфир про ум. Блин, я надеюсь, что я не забуду эту тему. Попробую сейчас наговорить. Спасибо огромное за сердечки. И да, мы ее поднимем, что такое я, что такое тело и что такое ум. Да, давайте поговорим, кто там разговаривает. Благодарю за эфир. Все, ребятки, спасибо огромное, всех обняла.